Дорогие друзья, всем здорово! Сегодня я впервые в жизни увидел и поймал гадюку руками. Гадюка, к сожалению, молодая, небольшая, но тем не менее уже ядовитая. Это вот такая коричневая гадюка есть. Обычно два вида таких встречаются в лесах. Черная и коричневая вот такая. Коричневую очень сложно увидеть в траве, она еще так прячется, маскируется и можно не увидеть ее, не обнаружить. Такая специфическая голова, как видим, овальная, характеризует ядовитых змей. У змей не ядовитых голова треугольная. И у ужа, если при его детальном рассмотрении, очень хорошо это заметно. Тело у гадюки утолщено. И вот интересно, кончик хвоста такой оранжеватый. Окраска такая елочкой специфическая. Ну, конечно, это гадюка с ветров, наверное, 15-20, наверное, в длину, наверное, может, все-таки 20, наверное, все-таки. А может вырасти вполне до полуметра, может быть, даже метра. Ну, крупный гадюк я ни разу не встречал, это, наверное, не наверное, а точно первый экземпляр, который мне когда-либо попался. Несмотря на свои маленькие размеры, довольно-таки агрессивное, хищное выражение морды у этой змеи, и она ядовита. То есть, если неаккуратно ее взять, можно быть укушенным. Так как я сегодня, скажем так, пришлось мне рулить машину, поэтому укушенным быть точно не стоит, иначе я не доеду. Вот такая вот змея, поближе еще посмотрим ее на всю длину. Кстати, грибов сегодня не было в лесу, корзинка у меня пустая. Да, и кстати, я ее не с пятерочки взял, она стояла как-то у подъезда, и я решил ее забрать, кто-то уже до меня постарался. Тело у гадюки такое монотонное, и брюшко у нее вот видно тоже, как и спина, сероватая, в отличие от ужа. У ужа, например, спина черная, а брюшко немножко светлое, такое светло-серое. Сейчас я попробую увидеть зубы, но тут, к сожалению, вот слишком, наверное, не совсем качественная съемка, не совсем крупная змея, но зубы у нее есть. Зубы очень острые и палочкой хорошо не отгинаются. В кожу войдут только в путь. Миллиметров, наверное, по 5, по 6 каждый зуб у нее. Яд впрыскивается под давлением. И при первый укус, скажем так, неподготовленного организма, может быть, ну, если не смертельным, то это все зависит тоже от организма, кого укусит, то весьма болезненным. Тем не менее, к змее также можно, как и к косам, к шершням, выработать иммунитет, но это нужно, скажем так, быть немножечко на голову повернутым на этой теме. Я все-таки не такой, наверное, чтобы на себе такие эксперименты ставить. Вот выпускаем змейку, и она у нас уползает, сразу же прячется. При опасности в такую пружинящую форму принимает, чтобы в случае чего броситься. Ну, ловил ее палочкой, соответственно, она меня поэтому и не ужалила. Ну, а теперь взглянем, вот тоже мне попалась медянка. Это уже ящерица, это не змея. Кто-то ее переехал, потом ее еще кто-то порвал. Ну, и вот все, что от нее осталось. И такая вот ящерица безлапая. Но, тем не менее, не змея. Ну, а дальше нам попался уже уж. Посмотрим его поближе. Кстати, грозно шипит. Нет, но хвостом бьет. Этот добрый, да? Да. Ну вот та ядовит, этот нет. И добрый, да? Ну как сказать добрый? Лягушка целиком глотает живьем. Ну, то есть меня он не станет жрать. Ну, если ты будешь как он по размерам, то станет. Что на зрителях не так? Ну, так-то да. Игорь, отходи еще. Игорь, смотри, он шатается.